Вы этого долго ждали. Третья часть. Сегодня Акстар будет притворяться новичком, а потом как жахнет. А еще сегодня будет тот самый преподаватель, который Фингершпокинг и иностранные учителя. Посмотрим на реакцию преподавателей вместе с тобой. Всем привет, это Акстар. Вы просто не представляете, насколько было сложно найти преподавателя, который, первое, умеет хорошо играть, и второе, меня не узнает. Это было действительно сложно, но у меня получилось. Также сегодня будет преподаватель фингершпокинга, если ты понимаешь, о чем я. И, ребят, эту рубрику с пранками уже очень сложно снимать, потому что меня узнают все. Если она вам действительно еще не надоела, то просто поставьте лайк. Если мы соберем 400 тысяч лайков, то я пойму, что вам это все еще интересно. И к следующему разу я загримируюсь прям полностью, поменяю все, что можно поменять, и запишем четвертую пушечную часть. И по традиции разыгрываем 10 тысяч рублей среди тех, кто прокомментирует видео в первые 5 часов после его публикации. А итоги этого розыгрыша я проведу в своем инстаграме. Вот он здесь, вот. Оставлю его здесь, пожалуй. Вот. Там я проведу итоги розыгрыша, поэтому подпишитесь, чтобы не пропустить, вдруг ты выиграл 1000 рублей и не знаешь об этом. На этом все. Зови друзей и приятного вам просмотра. Я действительно старался и надеюсь, тебе понравится. Кстати, в этом видео мы разыграем мощный компьютер от HyperPC. Если хочешь поучаствовать, смотри это видео, там будут все подробности. Так. Тебя как зовут? Артём или Илья? Я так и не понял. Артём. Ну, начнем. Гитару можешь показать? Да, вот. Отлично. Буквально. Так, ну поехали. Ты что не... Ну, ты сказал там... А, стоп, это ты мне написал песню разучить, помочь. Да, вот, помочь. Это что значит помощь в изучении песни? Ну, вообще научить ее. Какую? Итак, на ты, да? Да. На бок поставлю телефон, то у меня нормально будет? Да, все нормально. Я не перевёрнутый, да? Нет, все хорошо. Так, смотри. Ну, кузнечика. Да. Классика. Вообще хотелось бы какую-то мелодию, типа вот, как я не знаю, как называется, фингерстайл вроде. Я умею из фингерстайла вот это. Так, ну вообще там астрономия мем есть такой. Та-та-та, там где несут гроб. Да. Та-та-та-та-та-та. Да. Там первая нота у нас вот это, значит, это третья ла, третья струна. Да, давай полностью попробуй. Да. Так. Запомнил? Да, запомнил. Давай еще раз, контрольный. Вот да, так. Да-да-да. Попробуй сейчас до этого полностью. Ну вообще, я смотрел немного другую версию. Может, я покажу, как я учился немного? Ну, давай. Там она играла с каподастром. Умею я играть ее вот так вот. Я учился немного. Ну вот, а хочу я научиться играть ее как-то вот типа того. Ну давай попробуй, только сначала ты меня научи. Вот. А вообще, не видел на ютубе канал Акстар, в ютубе не сидишь? Очень удивительно, что молодой вроде бы и не узнал. Ну Акстар я не знаю такой канал. Ну я на особо-то на ютубе не сижу, в принципе, типа, много. Да, то есть на ютубе вообще из гитаристов кого-нибудь знаешь? Или по гитаре не смотришь? В ютубе из гитаристов я знаю одного, нет, не одного, я знаю пару чуваков, но... Например, там Фред гитарист, я знаю. Не скучный саунд, есть канал классный, вот. Ну и все. Понял. Ладно. Здравствуйте.
Да, добрый день, Паш. Рассказывай, что планируешь, какие планы? Ну, вот, гитару приобрел, хочу научиться играть для друзей. Ну, вот, больше для себя, конечно, просто нравится вот музыка. Ну, там, как на аккордах какую-то песенку в дворах поиграть или... Классику. Не, можно какую-то. мелодию какую-нибудь. Что-то там переборщиками начать можно, да, попробовать? А до этого ты раньше занимался вообще, нет? Ну, нет, я только сам посмотрел там в интернете, сам учитель вот эти вот. Там струны зажимать, аккорды какие-то, да? Ну да, то есть более-менее научился пальцы ставить правильно. С табулатурами никогда не сталкивался? Пробовал читать, мне не очень хорошо выходило. Ну, я знаю, что там цифра это лад, это вот. Давайте попробуем сейчас картинку отправить. И я тебе объясню, как она читается, что там на ней происходит. Вот, открыл? Да. Ну, смотри, 6 струн нарисовано полосочками, это, соответственно, по номерам струн. 0-4, 0-4. Открытая, третья. Это вот по этой табулатурке, которая сейчас у тебя перед глазами открыта. Сейчас попробую прочитать. Да, 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 все правильно. Ой, а их прямо 2-0 написано одновременно? Да, 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 одновременно две струны играются. Очень. А можете, пожалуйста, сыграть, чтобы я примерно понимал, как звучит, а то я не могу. А, вот так вот. Сейчас попробую. Можно, да? Да-да-да, попробуй. Ты быстро учишься. Я по тапам поиграл, ну, вроде бы, да, неплохо. Паша, а ты точно раньше никогда не играл? Я, ну, вот, неделю вот занимаюсь. Ну, что-то тут как-то на неделю даже не похоже. Что-то мне кажется, ты меня разводишь. Нет, просто вот тапы прочитал, вот смог сыграть. Просто хватаю быстро. Я думаю, тогда есть смысл по тапам так и продолжать заниматься. Так, должно быть видно. Видно? Видно. А я тебя знаю. Ты видео выкладывал, маленький еще был, но я понял, это приколы, да, прикол нашего городка. Ну ты, кстати, ты сам себя продаешь, ты руку, я вот сразу определил, ты как руку, положите руку на гитару, ну, сразу видно, понимаешь. Вот эта мелодия... Она прям хитовая, вот ее, не знаю, каждый, не знаю, каждый школьник, может, слышал. Это еще мелодия старше их родителей. Называется Take on Me. Давай покажу, как она звучит. Вот она, первая струна. И мы там видим, да? Цифру 2 еще. Наверху, да, первая цифра. Да, понял. Это значит, наверное, второй лад. Второй лад. Потом идет третий лад на второй струне. И четвертый лад на третьей струне. И все, у нас такая лесенка получилась, и всего лишь надо та-та-та-та сыграть лесенку. Ага. Только смотри, давай лучше расслабленной рукой такой, чтобы она у тебя вот расслаблена была. А то у тебя вообще вот, ну что это такое? Понял. Да-да, расслабь, как будто ты вот вообще тысячу лет уже. Вот она. Дальше смотрим, дальше. Та-та-та-та-та. Потом идет открытая, да, нолик, это открытая струна, вообще ничего. Вообще ничего не бьем, короче. И просто... Что не... Блин, давай баре попробуем. Ну че смеяться вообще? Там детский сад. Давай баре. Смотри, баре просто на себя берешь вот так вот. На себя тянешь. Одним пальцем на себя. Ага. Всем весом. Во-во-во, правильно. Ну-ка послушай. Звучит что-нибудь? Ну вообще да. Вообще звучит. Так. И вот теперь берем все вместе. Все вместе здесь пальчики прислонили и поехали. Ну да, для первого раза баре, конечно, слабоватенько, но ничего, как бы разберемся там по пути. И все бывает первый раз. Так. Ага, ну давай еще раз не косячим. 5-5-0-3-2, тут ритм та-та-та.
пойдет, разберем. Потом опять пас, только четвертый. Бам, два. Понимаешь, это здорово вообще, мы с тобой сейчас работаемся. Попробую все вместе, наверное, соединить. Ну-ка. Не знаю, получится. Ну-ка, давай. Тогда щелчок мы добавим на следующий урок. Ага. Это только, видимо, щелчок. Деньги я не верну. Деньги я не верну. Ладно. Хорошо. Ладно. Нам особо нечем заниматься. Так что не знаю даже, что тебе сказать-то. Ладненько, что, я не знаю, занимайся делом своим, пускай все у тебя будет хорошо. Давай, буду наблюдать, ладно, спасибо. Не за что. Давай. Знаете, я всегда очень долго монтирую видео, потому что я действительно запариваюсь над монтажом. Ну и еще потому, что программа для монтажа вылетает 250 раз в час, у меня ничего не получается, у меня бомбит. И я всегда мечтал о мощном компьютере, на котором я могу реализовывать все, что я захочу в монтаже. И сейчас у меня появился он. Мощный красавец Lumen от HyperPC. И сегодня, кстати, мы разыграем точно такой же. HyperPC выглядит действительно круто, тут даже подсветочка настраивается. И в HyperPC всегда самое новое и актуальное железо. Работать стало куда проще, все летает, ничего не тормозит, просто реально мечта, а не компьютер. Мои друзья раньше советовали мне его, теперь советую я. Спасибо HyperPC за то, что подогнали мне его и еще один для розыгрыша. Хотите крутой комп с классным сервисом и технической поддержкой? Обращайтесь не к своим мастерам и знакомым, а в HyperPC. Они подберут под ваш бюджет любой компьютер для любой задачи, например, там игры или работа. Ну и как я обещал, розыгрыш такого же красавца Lumen от HyperPC. Мы с ребятами договорились. И в общем, чтобы в нем поучаствовать, вам нужно подписаться на инстаграм HyperPC, поставить лайк под видео и оставить любой комментарий и добавить к нему ваш ник в инстаграме. Ссылка на HyperPC в описании. Если вы хотите себе крутой комп, обращайтесь к ним, и вы просто подберете себе пушку, над которой будете работать, и это очень круто выглядит. Так что HyperPC реально. Ссылочка в описании. Спасибо им большое за такой подгон. Расскажи про себя что-нибудь. Рассказать, что именно? Как, сколько играю на гитаре, вот это вот? Да. Ага. Играю на гитаре, я, ну вот недавно родители купили гитару классическую, вроде бы. Хороший, выпросил хорошую гитару. Почему ищу именно более-менее профессиональных преподавателей? Потому что хочу, чтобы вот хорошо научиться. Потому что я один раз позанимался там с преподавателем за 400 рублей. Он просто, ну я вижу, что он сам плохо играет, а уже преподает, поэтому вот. Ну смотри, я вроде бы чему-то тебя смогу научить, я музыкальную школу закончила. Ага. Понятно. А сколько могу играешь уже? Сыграть? Сколько играешь уже, извиняюсь? Я 5-й год играю, потом в училище я уже собираюсь поступать музыкально. Ага, понял. А вообще можете поиграть такое вот что-то такое красивое, что сами играете, такое вот сложное? Просто посмотреть, к чему стремиться. А, то, что я могу тебе предложить? Нет, вообще просто мне интересно, как играют люди хорошие, которые хорошие. Ну, я могу тебе сыграть кусочек из произведения Сакуры. Такой японский. Ага, ну, давай. Это паяно, да? Да. А тиранд это? Да, но смотри, чтобы у тебя работало больше вот это вот. Можете показать? Ну вот я могу тебе сыграть Shape of My Heart, там как раз прием тиранда используется.
Ну, вообще, я сейчас, не знаю, вот посмотришь, как я играю, и покажешь, смогу ли я так. То есть, вот мем такой есть, там, из Шрека, там, где выбивают дверь, там, Somebody Wants, All Star называется. Вот, мне этот понравился, я его пытался разбирать. Ну, получается, у меня вот так вот. Ну, в общем, не важно. Примерно так. Ну, хочу, в общем, вот так вот. Получится примерно вот так играть когда-нибудь? И тут что-то пошло не по плану, потому что обычно пранкую я, но сейчас пранканули меня. Алло, да, привет. Так, ну что ж, ну привет. Возьми, не знаю, гитару. Сейчас пока вот. Хочу какой-нибудь тест провести. Ты когда-нибудь учил что-нибудь вообще до этого? Ну так, мало-мало что-то. Ну, знаешь, какие-нибудь, может, аккорды там базовые, там ля минор. Ну, аккорды базовые, да. Типа, ну да, да, вот такие. Да, все здорово. Слушай, ну, ты мне написал, накидал список песен. Это такие сейчас мемы, типа. Ну да, вот это вот To Be Continued и всякие разные там вот эти вот. Ну, я быстренько послушал, но я их знаю, естественно, и все знают. Ну, например, вот это вот. Да, хочешь вот эту, да. В общем, она, в принципе, такая простенькая. Да, да, можно ее. Ну, давай тогда вот четвертый лад. А можно да. Сейчас сначала... Какие еще, знаете? Как будем вообще на ты, на вы? Ну, конечно, на ты давай. Хорошо. Какие вообще песни знаешь? Еще вот, из которых я скинул. Послушать какие-нибудь еще, может быть. Ну, не знаю, может быть, в траве сидел кузнечик. Его, да. Ну, это я знаю, да. Ну, хорошо, тогда можно астрономию, в принципе. А, это астрономия, да? Ну, давай ее тогда. Так, что нужно делать? Значит, четвертый лад. Струна? Четвертая струна. Угу. Дальше. Сейчас. Я, блин, сам ее еще не выучил. Не, слушай, давай другую. Ну, хорошо, а какую? Давай что-нибудь посложнее. Да, можно. Давай, что-нибудь, не знаю, даже... Что угодно. Просто что-нибудь такое прикольное. Сейчас, подожди. Пытаюсь подобрать просто. Кузнечика? Да, да. А вообще, что умеешь сам? Просто что-нибудь просто, из того, что сам просто умеешь? Абсолютный слух, слушай, я сейчас... Ага. Подожди, вот, буквально секундочку сейчас. Не понимаю. Возможно, пятый лад. Во, подобрал. Ага. Блин, не так. Блин, может мне не стоит преподавать гитару? Что-то я на самом деле наврал. То есть не преподаватель? Я только вот сейчас понял, что, блин, мне не... ну недостаточно у меня скилла, чтобы преподавать. А что вообще сам умеешь? Да, вот только кузнечик, если честно. Ага, я понял. Ты тоже знаешь все, да?
Да, конечно, знаю, да. Да, конечно. Чувак, но я... подожди, можно сейчас, подожди, не выключай, сейчас, секунду. Блин, я, в общем, дал свое объявление на Авито где-то дня 4 назад. И это уже второй пранк надо мной. Ты представляешь, ты второй, ну, типа, ученик с Авито. Но ты видел видео? Пранки. Блин, это просто капец. Но я не, ну, не сразу тебя узнал, но видел, да, в рекомендациях. Я просто понимаю, что ты прикалываешься. Обрадовался сначала, что не узнал, потому что обычно сразу кричат «Акстар!» Да, вот да, так. Да. Блин, ну, короче, я решил такой пранк над пранком сделать. Чуть-чуть. Я понял. Блин, это прикольно. Ладно, это... Нет, на самом деле ты... Да, наверное, скорее всего, выложу, если ты не против. Да нет, конечно, ты чё? Окей. So, I'm Pavel, I'm from Russia. Oh, nice. So I want to learn a couple of songs to play it for my girlfriend or in company. I'm beginner at guitar playing. I just bought it. And we can get started with. You said you want to learn Nothing Else Matters. Yes, Nothing Else Matters. I know something. Perfect, yeah, that's the start. And then do you know any more after that or no? And nothing more. Cool, good. I'm gonna send you a page, so yeah, got you. Okay. So here's the song. It's very difficult, I think. That part gets weird, yeah. It looks hard, but it's actually really easy once you get it under your fingers. 3, and then 5, 5, 5. Yeah, the rhythm is a little weird here, so it's gonna start. Okay, can I repeat it? Yes, please. I'm very nervous. Nervous, because. I understand. Yeah, no worries, no pressure. That was really, really good. Oh, I'm very nervous. No, oh, perfect. What? No, first of all, that was a great job. You have a really good understanding of it already. So, that was super. I have been playing for guitar for 1 week. Oh wow, that's really good for 1 week. Nice, man. Perfect. If you keep up like this, you're gonna get really good really fast, for sure. Thanks. Посмотри, это беспредел. Это вообще как так можно? Более 75% смотрят мои видео без подписки на канал. Зачем тогда вы смотрите, если не подписаны? Значит, вам не интересно. Если тебе интересно, давай исправим эту ситуацию. Грустно. Грустно. Ну, просто... Можешь поднять настроение. Исправим процент, я покажу в следующем видео, буду очень радостный. Естественно, с преподавателем, известным за фингершпокинг, я связался с другого номера телефона, с другого скайпа, чтобы он ничего не заподозрил. Поэтому мое появление было неожиданным для него. Здрасте. Здравствуйте. Ну, Кристина, расскажите мне, что побудило вас заняться струнорванием, горлодранием? Ну, ролики на ютубе смотрела, решила попробовать научиться. И гитару сразу нехилую купила, батон себе взяла.
Так, ну подскажи мне, предпочтения музыкальные есть какие-нибудь? Ну, хотела бы что-нибудь спокойное, красивое. Спокойное, красивое. Простая, без аккордов. Вот можно с нее начать, я покажу. Ну, либо перейдем к чему-нибудь посерьезнее. Это если вдруг есть парень, знакомый, кавказец. Можно будет ему лезгинку забахать. Не, нету. А, или испанец какой-нибудь. Или все-таки спокойные? А фингерчпокингу можете научить? А, смотрела ролик, да? Можно фингерчпокингу, конечно, но думаю, что вначале лучше подработать над ритмом, над техникой. Потом, конечно, и фингерчпокинг. И отгитарасишь всех ребят во дворе и знакомых, и нормально все. Ну ладно, попробуй что-нибудь зажать на гитаре. Это первый раз, да, ты? Да, вообще ничего не умею. А маникюр покажи на левой руке. Не жалко? Да нет. Да нет. Ладно, я понял. Тогда самое простое. Отсчитай шестой лад на грифе сверху. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Угу. Вторую струну снизу найди. Угу. Указательным пальцем зажми правильно. На третью струну на седьмом ладу чуть выше. Угу. Вот так зажми сейчас и держи. Дальше правой рукой. Большим пальцем. Начиная с четвертой струны. Вниз просто спускаемся. 4, 3, 2, 1. Ну, начинается. Кристина, ты здесь еще? У тебя камера упала, если ты не видишь. Здравствуйте. Здравствуй, привет. Думаю, что меня Ярик так уговаривает. Возьми девочку поучиться. У меня расписание, блин, забито. Возьми, взял. И опять, а? И опять я попался. Смотрю, девочка играть-то не может. Господи, думаю, ну как же мне с ней? Когда мне с ней заниматься? Паш, ну может ты ее научишь, чтобы она про фингерчпокинг говорила. Да, конечно. Давай, чтобы она там... Хорошо. Ну вот. Давай. Спасибо за просмотр. Если тебе понравилось это видео, ставь лайк. 400 тысяч лайков и будет продолжение. Также не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить новое видео. Ну и колокольчик два раза кликни, точнее нажми колокольчик, выбери там получать все уведомления. Все. Всех обнял, всех люблю. Пока.